Всем доброе аппетитное утро. У нас на завтрак блинчики. Это остатки дожариваю. Всем доброе утро, наши дорогие друзья. Сейчас позавтракаем и начнем новый влог. Булочка потребовала появиться на камере. Мы с Дашенькой закрылись в детской. Вот. Я сейчас монтирую видео стоя. Очень удобно на этом комоде монтировать видео. Алёша, сегодня у нас суббота. Дашенька, я сейчас приду. Так. Все поубирали, повыгребали из ящиков. Лёша приступил к кухне. Дашенька, пойдем в спальню. Там ничего не сломается? Ну, пока нет. Вывозить? Все, вывела. Так, тут же железка. Еще выше поднять. Так я вам помогаю. Выше, все. Отойди, все, отходи, да. Как-то, наверное, вот на этот край, Макс, вот клади. Прям к столу. Сейчас моя коробка осталась там одна. Сейчас иду. Мы занимаемся. Вот, смотри. Пластилин из фикс-прайса. Да, вот так вот. Смотри, берешь и вот так вот пальчиками вжимаешь. Вот так, смотри. Потом смотрим. Вот так, глянь. Ух ты, паровозик получился. А ну попробуй сама полепи. Смотри. Можно вот так вот разделить напополам. И вот так вот здесь можно лепить. Видео. Смотри, вот, видишь, да, пальчиком. Вот так вот, смотри, можно вот так вот пальчиком его. Ручкой только. Но это ее первое знакомство с пластилином. Кстати, пластилин такой классный, мягкий. Вот. Сейчас посмотрю, чему можно Дашу научить. Да. Ты моя сладкая. Дашенька растет и развивается с каждым днем. И вот уже пришло время для первого творчества. Но увлечь нашу малышку не так-то легко. Бывает так, что она отвлекается, и ее внимание трудно занять больше, чем на одну минуту.
А так хочется помочь ей развиваться, научить рисовать, заниматься с ней творчеством, ну и в дальнейшем научить читать. Мне хочется, как и любому другому родителю, дать ребенку все самое лучшее и помочь в познании мира. И сейчас хочу показать вам мою супер находку из интернет-магазина «Читай город». Вот такой вот альбом для совместного творчества, называется «Жужа». Он подходит для деток от 1 годика, вот пометочка. Давайте я вам покажу поподробнее. Вот, открываем и давайте с первого листа. В альбоме 60 листов шаблонов. Каждое занятие состоит из листа с инструкцией для мамы. И один арт-лист – это красочная картинка, заготовка, которую нужно творчески доработать одним из предложенных способов. Мы видим, что здесь подсолнух, да, он должен выглядеть так. Ну, чтобы маме было понятно, как показывать малышу. И мы на вот этом маленьком примере берем красками, например, вот так вот делаем. И у малыша свой собственный арт-лист, в котором он своими маленькими пальчиками будет делать свои первые творческие шаги. Следующее занятие, вот, просто показывайте ребенку, как это делать, и он своими маленькими ручками делает свои первые творческие шаги. Меня это так вдохновляет. И еще очень удобно, что все рисунки и детали красочные и очень удобные для малышей. Малышу будет понятно, что делать. В общем, для нашего возраста это подходит просто идеально. Все задания разные, простые и очень интересные. Да, с помощью этого альбома ребенок создаст свои первые шедевры, которые не стыдно будет повесить на холодильник. Самое главное, что мне тоже будет интересно заниматься с Дашей совместным творчеством. И не нужно будет тратить время на поиск заданий. Вот, ну, все под рукой. Для родителей это тоже будет развлечением. Ой, это так здорово! Все в одном альбоме. Раскрашивание пластилином и красками, аппликация, рисование пальчиками, отпечатками ручек и ножек. А еще я приобрела вот такой вот альбом, называется «Капа». Такие же листы шаблоны, только для деток постарше. Он идет уже от 2 лет. Ой, будет нам на вырост. Ой, это уже пластилином мы будем лепить. Ой, так классно! Вы тоже можете приобрести такие замечательные альбомы для творчества в интернет-магазине «Читай город». А по моему промокоду TATTI24 вы получите скидку 24% на все книги и эти альбомы для творчества. Ссылку я оставлю в описании под видео. Мы с Дашунчиком, пока Леша там с кухней разбирается, поехали в городской сад погулять. Ой, тут столько цветущих деревьев. Там вон дерево какое-то цветет. Розовое. Там что-то белое цветет. Вот там. Плохо, что здесь детских площадок нет. Есть одна, но такая себе. Никакая. Птички поют, все гуляют. Дашуня обследует свою колясочку. Да, доча? И кругом много желтеньких вот этих цветочков. Лютики они, по-моему, называются. Красиво. Даша? Дашуня, не трожь колеса. Ой, ну понятно, короче. Магнолия цветет. Очень красиво. Какие красивые. Ты моя сладкая. А там магнолии цветут. Ой, как красиво. Ты моя сладкая.
Ой, какое счастье, да? Какое счастье! Цветочки. Бух. В некоторых кустиках, вот в деревьях, это, по-моему, черемуха, что ли, уже молодые листочки появились. Вот так вот. Приехали с Дашунькиным в магазин. Бананы у нас подорожали. Так, возьмем немножко бананчиков. О, а мандаринки подешевле стали. Возьмем мандаринок. Так, киви 119, авокадо 44,60. Я что, переела авокадо, прям не хочется его есть. И финики возьму по 139,99. Кстати, вкусные. Так, взяла лимончик, один еле выбрала. Все какие-то гнилые. По 119,99. И яблочки вот такие мы берем. Урожай. Вкусное. 63 рубля. Ну вот такие еще есть. Так, кабачки 200 рублей. Перец красный. Перец красный. Вот такой вот остается. И такой возьму. 339 рублей. Вот еще домик. Ой, сколько всего интересного. Сколько же этот домик стоит? Непонятно. Горка. Так, сколько стоит, непонятно. Качелька. Ой, горка вместе с качелькой, получается, идет. И вон еще горка. А это песочница. О, песочница 1480, но она без крыши. В прошлом видео я в фикс-прайсе купила тесто для лепки и спрашивала у вас, не рано ли Даше покупать кинетический песок. Я просто знаю, что детишек маленьких увлекает лепка, но в годик подумала, что все-таки, наверное, рано. В общем, но тем не менее купила тесто для лепки. Я, кстати, думала, что это какой-то пластилин, который просто мягкий. Оказывается, посмотрела состав, и там реально в составе мука, соль, консерванты. В общем, мы взяли с Дашей белое тесто для лепки. И, ну, ей была первая реакция, интересно посмотреть, что это такое. Так, нужно так убирать, чтобы Даша не достала. А, в общем, но затем интерес пропал. А вот мне еще писали в комментариях, что пластилин рано еще, и карандаши тоже рано. Я возражу. Карандаши, оказывается, не рано. Она очень любит. Я вот беру планшет для заметок. Ой, у меня его здесь нет. Ну, беру планшет для заметок, вот такой черный, который бумага А4 формата прижимается. У меня сейчас в этой комнате нет, потом покажу. И получается, у нее фиксируется листочек, и она на нем рисует. Я хочу купить карандаши, которые такие, как мелочки, чтобы она рисовала, потому что обычные карандаши опасны, все-таки острые. Она еще маленькая, рисовать ей очень интересно, а лепить ей совершенно не понравилось. Но, знаете, он не так дорого стоит, чтобы взять да проверить, то действительно она, я знаю, что она может в рот потянуть, но с родительским контролем некоторые детки любят лепить. Даша интереса совершенно не вызвала, а рисовать она любит. Сейчас вот я белье разбираю, а она играется вот этим планшетом, который я купила в фикс прайс. Бизиборд я его называю. Но он похож на бизиборд, в принципе. Оно прям залипает. Но я его убираю. У меня есть секрет. Я Дашины игрушки
У нее есть игрушки, которые у нее в контейнерах лежат, постоянные игрушки. А есть игрушки, которые мои помощники. Это этот бизиборд, затем камушки я в контейнер положила. Еще я пазлы у нее есть, синий трактор. Вот. Там она разбирает его, складывает. Новую игрушку надо вам показать. Я купила тоже, она с ней играется. Она по полчаса может, по часу с ней играться. Я потом убираю. И ей очень интересно. Например, я готовлю есть. Мне вот сейчас нужно в данный момент, не отвлекаясь, готовить, кушать. А Даша, например, требует внимания. И чтобы мы друг друга поняли, я просто достаю из шкафчика кухонного эту игрушку и даю ей, и ребенок полчаса у меня играется. Чего, хочешь мне помочь-то? А тут все на уровне маминого роста. Так это. Да. Вот, расплакался ребенок. Вот здесь, пока храню. Моя прелесть. Вот такая вот игрушка. Так, где-то здесь удочка магнитная. Может, кто-то из вас знает такую игрушку? Вот. Это, в общем, червивая клубничка. Вот. И Дашенька сейчас покажет, как ей нужно играть. Вот это залипательная игрушка. В общем, она на магнитике. Магнитится, Дашенька достает червячков. Ну, а потом складывают на место. Ой, вот так вот. И весь прикол в том, что если ей дать на постоянной основе эту игрушку, она, во-первых, потеряет к ней интерес. Во-вторых, она разбросает этих червячков и потом их ищи свищи. Буквально вчера я пылесосила, убирала все вещи, и Даша этих червячков стала... Ну вот, вот под кухню. И Даша этих червячков стала в контейнер для игрушек складывать. И, кстати, мне в комментариях тоже писали, что как можно маленького такого ребенка научить игрушки убирать. Ребят, научила. Нужно будет как-нибудь снять. Мы перед сном с Дашенькой убираем игрушки в контейнер. Мы купаемся, она мне помогает собирать игрушки. В общем, я держу ведерко, она собирает, мне подает. Для ребенка в этом возрасте это все игры, ей это все интересно, и она вместе со мной собирает игрушечки. Надо будет как-нибудь вам это снять. Да, нравится тебе игрушка, да? Какая интересная. В общем, и сидит она, играется, я могу спокойно заниматься своими делами. И у меня вот таких вот игрушек разных, вот тоже я к этим игрушкам отношу вот эти камушки. Так бы они были разбросаны кругом и затерялись. Я знаю, там ровно 15 камушков. Чтобы не терялись, я их всегда считаю. Кстати, вот камушек валяется. Я не могла найти. Вот он. Притаился. И дома чистота, и с таким способом и дома чистота, и ребенок всегда занят, ему интересно играть в эти игрушки. И вообще у нас, я и с Максимом такое практиковала, я Дашины игрушки поделила напополам. И ровно 10 дней я ей меняю игрушки. Она за 10 дней от них отвыкает, соскучится по ним и потом играется как новыми. Ой, довольная, довольная. Единственное, что когда она сюда их вставляет, она магнитиками вниз их вставляет. И потом психует, что не может их достать удочкой. Ну ладно, пока ребенок занят, буду тоже заниматься делами. А ей когда интересно, она всегда язычок высовывает. Даже не знаю, в кого это она пошла, в маму или в папу, потому что и Леша так делает, и я так делаю. Дашунь, давай игрушки собирать. Давай, давай, собирай игрушечки, помогай маме. Давай, будем собирать игрушки, давай. Вот так, молодец, собирай. Их не докинула. Давай, я тебе тоже буду помогать. Давай, складываем в контейнер все игрушки. Все элементарно просто, да? Молодец, молодец. Это несложно.
Это очень даже интересно. Давай, на, ты хотела. Давай, вот. Молодец, молодец. Так, вот этот шнурочек мама уберет. Да, убирай все. И вот так вот, играясь, мы убираем все игрушки. Вот так, молодец. Это ответ на комментарий, что как ребенок может убирать игрушки в один годик. С большим удовольствием, да, доча? Молодец. Ну, не без маминой помощи, конечно же. Давай. Ну все, на этом видео буду заканчивать. Всем мира и добра. А вашим деткам здоровья. Пока. Молодец. Господи, какая же ты у меня умничка. Ой, господи, ты бозиськи мои.